Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Это постоянный процесс совершенствования. В Севастополе продолжают реализацию проекта «Бережливая поликлиника». Для избирательных комиссий определяется единый поставщик правительством Российской Федерации. Подготовка к выборам на финишной прямой. Типография передала бюллетени территориальным избирательным комиссиям города. С таким настроем, что ты лучший. То есть по-другому быть не может. Севастопольцы сражаются в суперфинале межрегиональной баскетбольной любительской лиги. Подготовка к выборам на финишной прямой. 4 района города уже обеспечены листами для голосования. Всего свыше 300 тысяч документов. За процедурой передачи бюллетеней от типографии территориальным избирательным комиссиям следила наша съемочная группа. В преддверии выборов Севастопольская избирательная комиссия подготовила для горожан информационные памятки. Здесь указаны адреса, которые относятся к тому или иному участку для голосования, а также координаты и адрес самого избирательного участка. Кроме того, уже сегодня готовы главные документы предстоящих выборов. В севастопольской типографии «Флотской газеты» напечатали избирательные бюллетени. Типография, которая уполномочена распоряжением правительства Российской Федерации, как единый поставщик по оказанию услуг, печатания полиграфии, выборной документации и тех информационных материалов, которые размещаются внутри помещения для голосования. То есть у нас в соответствии с законодательством по 44-му федеральному закону о государственных закупках для избирательных комиссий определяется единый поставщик правительством Российской Федерации. Всего изготовили 307 тысяч листов для голосования. Количество бюллетеней зависит от числа избирателей. Бюллетени печатаются со степенями защиты, такими как микрошрифт, который используется на лицевой стороне, тонгирная сетка определенного цвета и определенной формы. А также они печатаются на определенной бумаге, которая имеет свою фактуру, плотность, белизну и прочее. И, соответственно, типографский шрифт. Передача территориальным избирательным комиссиям бюллетеней происходила здесь же, в типографии. Документально процедуру заверили члены комиссии с правом решающего голоса, которые постановлением избиркома определены ответственными за контроль изготовления, получения и передачу бюллетеней на участке. Все бюллетени поделены. Сегодня их развезут по территориальным избирательным комиссиям 4 районов города. А уже завтра распределят по участкам для голосования. Юлия Ефремова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. До конца недели в Севастополе планируют завершить ремонт дороги на площади Лазарева. Здесь планируют восстановить свыше 4500 квадратных метров верхнего слоя дорожного покрытия. Уложено будет около 600 тонн асфальта и бетонной смеси. Будет устроено дорожное покрытие, значит, от проспекта Нахимова. Значит, все кольцо полностью, вся площадь до Маяковского и до генерала Петрова. Основные ремонтные работы ведутся в вечернее и ночное время суток, чтобы не создавать помехи для движения автотранспорта. Ход ремонтных работ проверил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. Качество работ, ну, на мой взгляд, наверное, лучшая улица сегодня этого Клинчака как раз. И я очень доволен, что именно Севавтодор у нас эту дорогу сделал. Я имею в виду с последних ремонтов. Поэтому в качестве, я уверен, материалы есть. Берем асфальт со своего уже асфальтового завода, с Севавтодоровского. Ну, в общем, остается только радоваться и присматривать, чтобы не было сбоев. Заместитель губернатора добавил, что следующая улица, где будут восстанавливать дорожное покрытие – Большая Морская. В продолжении темы в управлении дорожного хозяйства информируют. В связи с ремонтным дорожного покрытия на проспекте генерала Острякова в сентябре и октябре текущего года движение автотранспорта будет затруднено. С целью недопущения заторов всех автомобилистов просят заранее продумывать альтернативные пути движения.
Теперь не надо вносить уточняющие сведения по земельным участкам, границы которых уже были определены ранее. Соответствующее постановление было принято правительством Севастополя. В 2016 году по распоряжению руководителя города Дмитрия Овсянникова в государственный кадастр недвижимости были перенесены сведения из архива по ранее учтенным земельным участкам. В общей сложности около 60 тысяч объектов. Теперь ранее установленные границы участков будут признаны как актуальные. Работа по системному оформлению и закреплению прав на объекты недвижимости в Севастополе продолжается. В частности, в этом году будет проведена работа по оцифровке архивов БТИ в отношении объектов капитального строительства. Соответственно, по аналогии с земельными участками эти сведения будут внесены в кадастр, в государственный кадастр недвижимости, и севастопольцам не надо будет тратить время и ресурсы на обращение по установлению прав на объекты недвижимости. Это и дома, и квартиры, и так далее. Проектом «Бережливая поликлиника» власти планируют охватить все медучреждения Севастополя. С марта текущего года началась реализация проекта в детской поликлинике номер 2 3-й городской больницы. С контрольным визитом объект посетил руководитель города Дмитрий Овсянников. Что нового в медицинском учреждении, знает Юлия Ефремова. В детской поликлинике номер 2 проект «Бережливая поликлиника» уже принес свои плоды. За полгода работы здесь сократилось время обслуживания пациентов в регистратуре и по телефону, ускорилось прохождение профосмотров. В поликлинике создали кабинет доврачебных функций, комнату здорового ребенка и игровую. Почти вдвое увеличили часы приема педиатров. Изменениями пациенты довольны. Удовлетворенность пациентов нашей поликлиникой повысилась с 60% до 91%. Это на вчерашний день. Дети сидели, смотрели мультики, и один малыш говорит: «Мам, мы будем сюда каждый день приходить мультики смотреть». Через сайт записываемся. Вот. Но с маленьким, это со старшей я записываюсь через доктор 90. С маленькой надо позвонить в колл-центр, и тогда нас записывают. Нас все устраивает. Насколько мы сюда приходим, всегда вовремя попадаем к врачу. Это приятно. Мы ходим в эту поликлинику очень давно, и на самом деле сейчас существенные изменения в лучшую сторону. Все отлично. Появились у нас наконец-то талончики на кровь. Кровь мы раньше сдавали в другую поликлинику, ездили, что было проблематично с малышами, с маленькими. Сейчас все рядышком, все удобно. Руководители медучреждения отмечают, на достигнутом останавливаться не собираются. Проект «Бережливая поликлиника», он никогда не останавливается. Все, что происходит в бережливых поликлиниках, это постоянный процесс совершенствования. Поэтому остановить проект его невозможно. Это только практически начало, поверьте мне. И вот это начало, оно будет приводить к улучшению и дальше. В скором времени здесь ожидают поставку нового медоборудования и мебели. Также организуют зону комфортного пребывания для родителей. Появятся узкопрофильные специалисты для прохождения профосмотров. Запланированные сроки до Нового года. Текущий ход реализации программы проверил руководитель города Дмитрий Овсянников. По такому проекту мы сделаем все поликлиники города. Да, это долго, но мы это сделаем. Только 12 отделений, поликлиник, наших больниц и 2 женских консультации втянуты в проект. Но как только мы преодолеем такой психологический рубеж, 6-7 поликлиник, мы начнем более жестко, я начну более жестко требовать от всех главных врачей изменения ситуации. Обновленную поликлинику будут посещать дети всего микрорайона проспекта Победы. Всего медучреждения более 6 тысяч маленьких пациентов. Юлия Ефремова, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. Мама 4 детей, жительница Севастополя Ольга Половкова, одержала победу на всемирном конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2017» в номинации «Миссис Солидарность». Севастопольская красавица получила эту награду за особый вклад в объединение народов. Конкурс красоты проходил в южноафриканском городе Дурбан. В состязании участвовали женщины из 84 стран мира. Возраст конкурсанток от 25 до 45 лет. Все они состоят в браке и имеют детей. Следственному комитету Российской Федерации 10 лет. В честь даты профильное управление по Севастополю организовало торжественное собрание. В нем приняли участие сотрудники всех 4 следственных отделов. С праздником офицеров поздравило руководство ведомства и города. От правительства Севастополя сотрудникам ведомства вручили благодарственные письма. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации создали указом президента 7 сентября 2007 года. С тех пор комитет – самостоятельный орган власти. В Севастополе работает с марта 2007 года.
2014 года. За это время управление раскрыло почти 100 преступлений в экономической, коррупционной, медицинской областях. На вооружении следкома в Севастополе современная криминалистическая техника, которая позволяет раскрывать преступления даже многолетней давности. Кроме того, следственное управление взаимодействует с вузами города в области подготовки будущих юристов. На базе 22-й общеобразовательной школы создан кадетский класс под патронатом следственного управления по Севастополю. Статус самостоятельного ведомства – это признание на самом высоком уровне. Сегодня Следственный комитет – одна из наиболее авторитетных и уважаемых силовых структур, в которой служат настоящие патриоты России. Много нами сделано за это время. У нас сейчас полностью сформирована материально-техническая база, формирован следственный состав, сформирован коллектив, именно костяк нашего отдела, который позволяет нам оказываться на достойном месте, занимать достойную позицию как среди других следственных отделов нашего города, так и вообще в принципе. К новостям спорта. В спорткомплексе «Мусон» стартовал суперфинал межрегиональной любительской баскетбольной лиги. За победу сражаются 16 мужских и 12 женских команд из разных регионов страны. Гостей севастопольцы принимают добродушно, но уступать соперникам не планируют. О том, как проходят соревнования и каков уровень подготовки команд, в следующем сюжете. Слабый пол – это не про нашу женскую команду. В рамках лиги провели уже 3 игры со спортсменками из Магнитогорска, Астрахани и Новосибирска. Во всех матчах одержали победы. Как итог – выход в полуфинал. Состязания только называются любительскими. Здесь выступают спортсмены, которые закончили профессиональную карьеру, но баскетбол остается их главным увлечением жизни. В коллективе севастопольского «Мусона» 4 легионера из Южного федерального округа. Ирину Алехину пригласили в команду из Сочи. За ее плечами выступления в сборной страны и коллективах «Спартак» и «Балтийская звезда». Мышцы помнят, а потому в победах первых 3 игр суперфинала межрегиональной баскетбольно-любительской лиги спортсменка была уверена. Когда выходишь на площадку, нужно выходить с таким настроем, что ты лучший. То есть по-другому быть не может. Мужская команда «Мусон» провела 3 игры, в 2 из них выиграла и вышла в 1/8 финала. Здесь наш коллектив уступил команде из Уфы 83-87. Теперь «Мусон» сразится за 9-15 место соревнований. Главный судья суперфинала, прибывший из города Йошкар-Ола, проигрыш сильных команд объясняет общим уровнем состязаний. Скажу следующее, что мужские команды, которые открыли этот турнир, уровень достаточно серьезный. По одной простой причине, потому что все игроки, которые играют сегодня в этой лиге, это бывшие игроки многих профессиональных лиг. Поэтому, на мой взгляд, уровень достаточно высокий и серьезный. Президент Севастопольской федерации баскетбола Владимир Плотко также подчеркивает высокий уровень подготовки каждой команды, но все же называет наиболее сильных, по его мнению, соперников. Команда Петербурга, Москвы, то есть столица, они всегда были самые сильные, самые большие города, самые мощные команды. На открытии межрегиональной баскетбольно-любительской лиги спортсменов приветствовали почетные гости, а для поднятия боевого духа в живом исполнении звучали гимн Российской Федерации и гимн Севастополя. Для нас большая гордость, что севастопольский баскетбол как базовый вид спорта набирает обороты, показывает определенные результаты. Это очень здорово. Все это происходит благодаря активной позиции Севастопольской федерации баскетбола, лично и президента Бондка Владимира Григорьевича. И сегодня севастопольская земля принимает спортсменов для того, чтобы выявить лучших в честном бою. Чемпиона межрегиональной баскетбольной лиги 2017 определят уже в это воскресенье, 10 сентября. Юлия Бойскова, Владимир Милянский, Святослав Данилов и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии, 8 сентября в Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 24, плюс 26. 9 сентября в городе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Средняя температура воды у берегов Черного моря плюс 23 градуса. И на этом пока все. Телефон редакции 54 51 12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. И я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.